672 ученика пришли сегодня на праздник знаний в Ильинскую школу номер 26. На сайте образовательного учреждения есть такие слова: «Наши детишки разные, буквоеды и шалуны, активисты и большие артисты. Но все они самые лучшие, потому что любимые». И любовь эта исходила сегодня буквально от каждого, кто пришел поздравить школьников. Дорогие ильинцы, к вам хочу обратиться. Школьники, в первую очередь к вам. Уважаемая Надежда Николаевна, уважаемые педагоги школы, уважаемые родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, всех от души приветствую, поздравляю с замечательным событием, которое мы ежегодно отмечаем. 1 сентября – День знаний. Это праздник всех нас, потому что мы все связаны со школой. Я хочу пожелать вам, дорогие ребята, успехов, выпускникам подготовиться к выбору профессии, чтобы у вас она была по душе, и я думаю, тогда у вас все в жизни сложится. Конечно, хочется поприветствовать вас, ребята-первоклассники. Для вас сегодня незабываемый день. Уверен, что вы его запомните на долгие-долгие-долгие годы. Главных виновников торжества в этом году оказалось много, а значит, с демографической обстановкой в городском поселении Ильинский все в порядке. Стою на линейке на этом парадном входе и внимательно изучаю стандарты классов, которые обозначают буквы, количество обучающихся. И вы знаете, что я заметила? Что там просто 10 класс, а потом 7 А, а потом 7 Б. А вот во вторых классах уже и 2 А, и Б, и В. А вот у первых классов какие буковки? Давайте мы с вами, ребята, все посмотрим. У нас есть 1 А, у нас есть 1 Б, у нас есть 1 В и 1 Г. Посмотрите, у нас 4 первых класса. Дорогие друзья, это впервые в истории Ильинской 26-й школы. От мальчишек и девчонок благодарность от души. Наша школа просто сказка, и мы тоже хороши. Посмотри, народу сколько, и приветствуйте нас. Здравствуй, школа! Познакомьтесь, мы ваш новый первый класс! Новоселье, новоселье, море радости, веселье! В этот добрый, славный день поздравляет нам всех не лень! Хочу всех поздравить с праздником сегодняшним, вообще всех поздравить с 1 сентября, с Днем Знаний, потому что это один из замечательных наших любимых праздников. Дети идут в школу, первоклашки, 11 класс, свой последний бой, как говорится, и пожелаем им успехов в этом бою, чтобы к маю и к июню 2018 года они пришли полностью готовыми для того, чтобы уже смело сдавать экзамены и выходить из школы подготовленными взрослыми людьми. В каждом образовательном учреждении есть своя неповторимость. На базе Ильинской 26-й создается школа по изучению иностранных языков. На сегодня их 5, но главный, конечно, русский. Русский язык – один из богатейших языков мира. Это язык величия, эмоций, чувств. Великий, могучий, правдивый и свободный. Такими словами характеризовал русский язык Тургенев. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Great, white, beautiful, wonderful world, with wonderful water around your girl and the wonderful grass upon your breast. Хочется пожелать, конечно же, отличной учебы, отличного настроения, счастья, мирного неба, море любви от родителей, от учителей,
Ну и всем нам здоровья и удачи в новом учебном году. В скором времени в Ильинской 26-й школе состоится еще одно знаменательное событие – открытие нового корпуса, строительство которого началось ровно год назад. Сейчас работы в завершающей стадии, но это тема уже другого сюжета. А сегодня мы приветствуем всех школьников и поменьше им плохих оценок. Мы запускаем в небо белых голубей на счастье! Будьте счастливы! Голуби вверх! Алексей Гущин и Ольга Скрябина для программы «Городские вести».